В лицее номер 15 компании «Инвестстрой», которая занималась строительством новой пристройки к этому учебному заведению, организовала новогодний праздник «Скоро-скоро Новый год». Программа мероприятия была насыщенной. Началось торжество с официального подведения итогов. К гостям обратились директор лицея Татьяна Гонтарева и Альберт Чебухчан, генеральный директор компании-застройщика. Напомню, за последние несколько лет 30-й Мытищинский микрорайон преобразился. На месте снесенных бараков там возвели новый жилой комплекс. Благодаря такой реконструкции масштабной нашего микрорайона количество детей в нашей школе увеличилось в два раза практически, а количество учащихся первых-четвертых классов начальной школы практически в четыре раза возросло. Мы всегда очень рады видеть, что наша работа несет какую-то пользу для людей, потому что мы видим сегодня эти радостные лица детей в том зале. Мы видим вас сегодня здесь. И мы рады, что вы имеете возможность комфортно и безопасно жить в новом микрорайоне. В рамках праздника детей развлекали аниматоры. Также свое шоу маленьким гостям показали огромные роботы-трансформеры. Ребята могли посоревноваться в силе и ловкости. Победители получали призы. Завершился праздник грандиозной дискотекой. Кстати, все участники елки получили сладкие подарки.